В общем, чудить меньше стали. Таких судей, как Итуральдо Гонсалес, больше в испанском чемпионате нет. Есть отдельно взятые ошибки, которые могут так или иначе влиять на игру и превращать ее из футбола в какое-то шоу. Но это происходит в любой стране, и мы это с вами прекрасно знаем, в том числе и по нашим российским примерам. Но вот таких вот чудаковатостей стало меньше. Например, Дель Серро Гранде очень авторитетно судит. У нас тем временем Домингес в штрафной, там не было офсайда, ну и поплатился Вальядолид за это. 1-0, наш старый друг Алехандро Домингес забивает первый гол в этой игре. Начало положено, 5-я минута, 1-0. Разводит руками Хайме. Ну, действительно, очень быстро был разыгран свободный. Сразу пошла передача на Домингеса. И тот, оказавшись на грани офсайда, да, не было в положении вне игры. Большой привет Серену, центральному защитнику. Смотрит он здесь по сторонам, пытаясь найти хоть где-то повод для отговорки, что это не я, мол, виноват. Но его нет. Счет на табло. 1-0. Алехандро Домингес классно бьет в дальний угол с левой ноги. Красивый удар получился. Ну и поздравляем Алехандро Домингеса. У него в России, в общем, немало. Ну, не то чтобы почитателей, но людей, которые, безусловно, ему симпатизируют.